Необычный случай в Абакане. Полицейские линейного отдела спасли 3-летнего ребенка, который оказался совершенно один на железнодорожных путях. И помогла им в этом собака. Вот это и есть тот самый домашний пес Гоша. Все произошло так. В районе станции «Питомник» собака привлекла внимание железнодорожников. Она буквально увлекла их к обочине, где оказалось, что в траве сидит 3-летний малыш. Полицейских сразу обрадовало, что мальчик без травм и в хорошем настроении. Оказалось, его уже ищет бабушка. Ребенок гостил у нее поблизости, и бабушка оставила его с прабабушкой. А та отвлеклась, и мальчик ушел со своим четвероногим другом. С родственниками ребенка проведена профилактическая беседа.